Калымчане проявляют пассивность общественную. Насколько охотно жители Магадана и области берут инициативу в свои руки, обсуждали накануне в палатке с гостями из Москвы. Сегодня общественные советы действуют только в 3 округах из 8. Эксперты отмечают, что подстегнуть активность можно рублем. Если один раз мы даже, имея с помощью неких финансовых стимулов, включили людей в живую работу по обустройству мира вокруг себя, то завтра они сами проявят такую инициативу. Общественная палата неоднократно предлагала финансировать проекты, например, по благоустройству, созданные не чиновниками, а гражданами. Идеи есть, денег пока нет. Как и в сфере ЖКХ. В центральных районах страны бизнес охотно берет ее под свой контроль. Но на севере такая практика вряд ли приживется. У меня есть расчеты, ну, вот Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. И вот там было несколько примеров небольших городов даже в Центральной России. Они по численности все больше Магадана. И там показывается просто, что инвестиции, там, например, в модернизацию водоканала, они окупятся не ранее, чем через 150 лет. Понятно, что как бы на таких условиях бизнес сюда не пойдет. Одним из итогов визита московских гостей может стать внесение изменений в закон о местном самоуправлении. Эту тему в Общественной палате страны намерен поднять Андрей Максимов. Светлана Разворотнева, кроме прочего, даст оценку работе фонда капитального ремонта Колымы.